Теперь во всех телевизорах города. В Роскомнадзоре Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию провела очередное заседание по выбору муниципальных, обязательных и общедоступных телеканалов. В результате возможность бесплатного вещания на 22-й кнопке получила телекомпания ТВИН. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях, и сейчас коротко о главном. Согласно законам о средствах массовой информации и о связи, все кабельные операторы, работающие на территории муниципального образования, обязаны бесплатно размещать в своих сетях на 22-й позиции городские телеканалы, чтобы зрители могли смотреть местные новости. Претенденты на 22-ю кнопку обязаны соответствовать нескольким требованиям. 75% их эфира должно отводиться под национальную продукцию и не менее 20% времени составлять программы, рассказывающие о городских событиях. Всем этим требованиям телекомпания ТВН полностью соответствует. Контент нашего телеканала составляют актуальные новости о событиях в городе и на промплощадке Магнитогорского металлургического комбината, разноплановые программы для самой широкой аудитории, трансляции хоккейных матчей и других спортивных событий. В прямых эфирах телекомпании освещаются вопросы местного благоустройства, культурной жизни города, социальные проблемы. В ближайшее время с переходом ТВИН на 22-ю кнопку магнитогорцы, вне зависимости от того, услугами какого кабельного оператора они пользуются, смогут гарантированно быть в курсе всей важной местной информации.